Это Кишинев. Кишинев – самый революционный город в мире. В законодательство Кишинева даже внесли пункт о признании митингов официальными праздниками и нерабочими днями. Поэтому кишиневцы устраивают их, когда им надоедает работать. А это один из самых рьяных революционеров Кишинева – Серджио Юрьевич Албу, который, правда, как и многие другие, проводит революцию, сидя дома перед телевизором. Ну что там у вас, у молдаван? Революция красна, как мой борщ. Так, рубрика. Тут понятно, что за песни будут петь. Канал 2. Понятно. Канал 3. Тоже. Канал 4. Не, ну ё-моё! Столько каналов, и все одно и то же показывают. Их владелец мог бы просто наши все телеки купить на... И вместо экранов бы поставил бы свою фотку туда, не заморачивался. Николай Тимофти отверг кандидатуру Влада Плахотнюка на пост премьер-министра страны. Ну, Тимофти, ну красава вообще! Вся надежда страны на твоих молчаливых плечах. Молчит мужик 7 лет, и тут как ляпнет на. Потому что мужики не говорят, мужики делают на. Да прибью я тебе ту полочку, когда он в стране жить хорошо станет. Влад Плахотнюк написал письмо президенту, в котором призвал его одуматься. Ну уточнив, да, что письмо. На бумажке он написал, офигел что ли, урод. И дал своим юристам, типа поофициальней там, перефразируйте. Ну. Происходящее в Кишиневе уже отвестили революции от безысходности. Ведь самые бедные из европейских республик бывшего Союза... А, привет. Можно я пойду с друзьями в футбол поиграю во дворе? Дневник давай, друзья. Математика, 2. Химия, 2. Биология, 2. Физкультура, 8. И чё, сейчас батя займется твоим физическим воспитанием. Он 100-метровочку, метнись, батьки, за пивом. Время пошло. Накануне утверждение правительства Павла Филиппа прошло за рекордные 6 минут. 6 минут? В этом участвовали депутаты. Я вон Валерку Аболтуса за 6 минут сделал. Он, гляньте, что получилось. Главным пострадавшим во время протестов стал лидер либеральной партии Михай Глинка, которому разбили голову. Этот момент был отснят. Просто произошла униря Мишиной головы с чем-то кулаком на... Лидеры оппозиции Игорь Дадон, Ренат Усат и Андрей Настаси настаивают на досрочных выборах и призывают людей выйти вот на митинги. Вот это реальные мужики! Пошел бы с ними! То, что просто дел он много. Не надо ля-ля! Я он активный, между прочим, гражданин. Если б не дела, навел бы там порядок, все по струнке у меня там ходили. За собакой уберу нас, и за страну возьму. Там такая же ситуация. Она будет продолжать идти, идти, идти. Филипп, Филипп, жопой к стулу депутатскому прилипно. Автор один. Вован, сидел тут тоже, как я, ни хера не делал. Меня спросили в двух словах, что происходит в стране. Я им сказал в одном, просто жопа.